Мне вчера на концерте подарили книги Николаса Спаркса, которые я люблю и читаю. Посмотрите, «Лучшее во мне», «Спеши любить», «Свадьба», «Выбор». Это очень хороший автор, он очень легкий, потрясающие книги о любви. Спасибо большое, я все прочитаю. Кстати, не читала, по-моему, только вот это читала, «Лучшее во мне». И посмотрите, это для моих собачек. Это для Челси, для Евы. Такая красота в номере. Так не хочется уезжать. Но нам пора в Нижневартовск. Ты же помнишь, ты метровую наш. Нижневартовск, привет! Как у вас солнечно! Такие тюльпанчики стоят для меня. Посмотрите, как светит солнце. Так. Фруктики. Все, мы доехали. Сейчас будем уже собираться на площадку. Сбор гостей в 19:30, начнем где-то в 20:30-21. Так что я жду с нетерпением встречи с вами. Нижневартовск, я впервые! Нижневартовск, я у вас впервые, и очень хочется запечатлеть выступление, мой концерт для моих подписчиков, для себя. Поэтому я напоминаю, что нам нужен оператор хороший, который может смонтировать классно мое выступление на сегодняшний концерт, и фотограф. Если есть такие в Нижневартовске, то пишите Паше в директ. Ну, а я пошла собираться. До вечера. Целый мир между нами. А как там поются? Поцелуй на балконе, среди крови и стали. Поцелуй на балконе, среди крови. Все продолжают доставлять цветы из Москвы. Такой вот шикарный букет. Вот у Мары, спасибо большое, мой хороший. Спасибо. Девчонки, принцессы мои, хочу вам показать новое нанесение Ольга Бузова дизайн. Футболка «Эгоистка». Кидать подлецов надо резко. Посмотрите, как круто светится. Хап, посмотрите. Просто вы не останетесь незамеченными на любой вечеринке. Можете заказать для вас.
моя, пусть собьются ритмы. Не знаю, как вас, а у нас любовь и весна. Нижневартовск, спасибо вам большое за теплый прием. Спасибо, что пели хором. Спасибо за цветы и за то, что вы у меня есть. Я впервые сегодня выступала у вас. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Ну, по крайней мере, я видела ваши счастливые глаза, улыбки. Я под огромным впечатлением. Спасибо. Первый, блин, не ком. В номере. Через 2 часа выезжаем в Екатеринбург. Есть один только нюанс во время туров, это то, что сложная всегда логистика, сложные переезды, но все это ради вас, потому что сцена — это моя жизнь, вы — моя самая сильная слабость. И уже сегодня я буду в Екатеринбурге. Спасибо, Нижневартовск. Сейчас моюсь. И покидаю сторис, буду смотреть ваши сторис, потому что спать смысла нет, мы скоро выезжаем в ЕКБ. Love. Мяу. Thank you.
Когда просто уже нечего друг другу сказать. Мы выезжаем. Wake, танцуй под Бузову, чик-чик. А мы едем. Куда мы едем? Мы едем по дороге. Дорога в ЕКБ. Чтобы вы понимали, это четвертый драник и второй блинчик с мясом. Тут еще нереально вкусная рыбка. У тебя какой драник по счету? Ну, я думаю, что это килограмм картошки, я сожалею. Блин, ну за что? Они очень вкусные. Ну, они просто нереально вкусные, вы не представляете. Но у нас стресс, мы не спим всю ночь, поэтому нам можно, да?